каждый день принимаем решения. И порой они так обычны, что мы делаем это почти неосознанно. Что съесть на завтрак? Каким путем добраться на встречу? Насколько поставить будильник? А порой в нашу жизнь входят особенные люди. А с ними совершенно неповторимые события, дни и решения. Казалось бы, эти люди ничего не делают. Они просто есть. А мы начинаем жить иначе. С особым трепетным смыслом, душевной теплотой и легкой улыбкой, которая сопровождает нас практически повсюду. И приходит день, когда ты просто знаешь с самого утра, еще не открыв глаза, знаешь, что больше всего на свете ты хочешь, чтобы рядом с тобой был именно этот человек. Становится совершенно неважно, что было до этого момента, как это выглядит со стороны и что скажут остальные. Будто яркая вспышка. Ты понимаешь, что все твои мечты рядом, они в этом человеке. И какое же счастье, что вы встретились в этом большом и многолюдном мире. Какое счастье, что мы с тобой встретились.